Доброе утро! Доброе утро! Я Майку! Проснулась сегодня после русской дискотеки вчера. Пересмотрела свое видео с прогулки по Ивяскеле и подумала, давно я собиралась показать свой день. Сегодня день наш начался с Айли в 5 утра. Она проснулась. Потом удалось ее немножко укачать, и встали мы в 8. Это прекрасно, это просто вообще мне дали поспать. Сейчас мы поели завтрак, и скоро я собираюсь на репетицию. И уже выскочила из дома и пошла на репетицию. Сейчас меня Гошик догонит. Вот наш дом за моей спиной. А это у нас мусорная будочка. Такой прекрасный снежный день. 18 февраля. Там впереди. Это наш парк. Выглядит как лес. У меня рядом с домом в Петербурге парк Сосновка, вот такой же. Просто черта города. И здесь много вот таких вот таунхаусов. Это наша дорога до автобуса. Идем, будем петь. Где-то занимает 7 минут, наверное, от дома до автобуса. Наша остановка, как будто в лесу. И вот прямо наш автобус. Наш мост и главный театр города. Заводские трубы завода, который уже давно не работает. Знаменитые скульптуры. Река. Река Таммерковский. Которая падает электроскульптор. Там у нас плотина. Там у нас трамвай, который недавно установили город. Это старая церковь на центральной площади. Здание мэрии, старое здание аптеки и обычный жилой дом старинный. Вот наш
большой театр города Тампа. Сейчас идет здесь мюзикл. Здесь ставят и музыкальные спектакли, и обычные. И совсем рядом находится наш ДК, культурное здание, культурный дом, где мы будем репетировать. Наше здание называется здание старой библиотеки. Там находятся всякие культурные организации города. И уличная сцена, которая сейчас, конечно, не работает. А летом здесь проходят прямо фестивали, и крутые группы выступают, такие как мы, например. А вообще в пустые дни, когда там никого нет, там тусуются, конечно, такие асоциальные элементы, потому что очень удобно. Крыша есть, ветром не дует, но не такие они. Тихие, незлобные. Какие сладкие? Траву. Обычные самые. Наше прекрасное здание. Здесь у нас обычно галерея. А нам наверх по ступенькам. Вот здесь всякие наши друзья. И помни, дыши и выдувай. Ушка, как ты делала, как закончилась репетиция хоровая. Было всего раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Из них всего двое было новеньких. Хорошие ребята. И в ноты попадают бедненькие. Никогда не пели в хоре, поэтому, конечно, раскоординация такая идет. И они, стараются, все хорошо, но что-то я так устала, что я сижу так после репетиции, просто несколько минут все выйдут из класса, я просто сижу, молчу в темноте, в тишине. Причем, когда идет репетиция сама, я не понимаю, как я устала, потому что все время напитываешь людей, напитываешь, так, давайте еще раз, а когда они выходят, я просто так, потому что все отдала. Я даже сегодня, обычно как-то мы задерживаемся на репетиции, а сегодня я на 15 минут раньше даже закончила, потому что уже достаточно, уже у всех повалила из ушей новая программа, которую ребята взяли попробовать. Пришли одна девушка с Филиппин и мальчик из Турции. И у нас такой получился международный хор. Но я очень довольна, мне кажется, уже под конец народ начал шутить. Я надеюсь, что они вернутся.
просидела минут 10. Все, ухо. Наконец заставила себя идти домой. Зайду, куплю себе бутылку. И кофе. Такие-то сыры. Илюшенька немножечко поспали, стало получше после 5 утра просыпания. Сейчас всех покормим ужином и все, день закончился. У нас такая простая сегодня еда, потому что к вечеру вообще нет сил что-то готовить. Макароны и сосиски.